Нардеп от БПП Александр Грановский опроверг информацию СМИ об угоне своей машины. Об этом он сообщил в комментарии «Украинской правде». Однако на запрос издания в Печерском райуправлении полиции Киева подтвердили, что авто нардепа все-таки было украдено. Потом нашу машину нашли и вернули владельцу. Тем временем на одном из интернет-ресурсов появилось видео похищения бронированного «Мерседеса», якобы принадлежавшего нардепу Грановскому. Машину украли среди бела дня прямо с парламентской парковки. По данным СМИ, когда водитель вышел из салона, злоумышленник впрыгнул в авто и тронулся с места. При этом протянул водителя на капоте несколько метров. Люксовый броневик нашли брошенным в 10 километрах от места преступления.